что, сегодня уже второй день. Мы, как всегда, на завтраке уже поели. Сегодня у сына, у маминой подруги не так много еды. Сегодня у нас, получается, на себе шоу будет, опять же, мы будем проводить конкурсы. Ну и сегодня будет бодибилдинг, конечно, это стоит посмотреть, потому что заруба обещается быть крутой. Крутые ребят приехали. Посмотрим, кто же сегодня победит. От меня еще получит еще плюс шейкер, соответственно, бацайки плюс шейкер. Очень простой, элементарный конкурс. Смотрите, у нас будет как бы два этапа. Мы сначала выберем тройку финалистов. Вот будем отжиматься сначала, будем с вами отжиматься на раз-два. На раз вниз, на два наверх, все просто, да? А тройка финалистов, кто останется, мы будем уже тут дичь устраивать с ними всякую. Будет разное испытание для них. Ну, нам нужно же победителя обуздать. Ну что, готовы? Ребят, давайте упор лежа принимаем, на раз-два отжимаемся с вами. Все достаточно просто. Тройка финалистов выйдет у нас в финал. И уже будем разыгрывать суперприз. 5 minutes later. Сейчас уже стоит бороться до последнего. Кто вылетает, соответственно, да? Тот в финал не попадает, а в финале уже будет другой конкурс. Вы понимаете, да? Раз. Два. Раз. Два! Поджимания закончены. Но мы же должны все-таки выявить самого сегодня ловкого, смелого, умелого. Да? Следующий конкурс у нас на ловкость. Ну, в первую очередь ловкость, это состояние на руках. Ребят, давайте похлопаем, поддержим. Поддержим, ребят. Готов? Поехали. Давай еще попытка. И, ну, секунда есть. Давай, еще один разок, последняя заключительная попытка. Давай, не спеши. Ну, окей, 2 секунды, 3 попытки каждому даю. 2 секунды, пока самый лучший результат.
Во-во-во-во-во! Вот хорошее положение, только не убей никого! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Стоим! Есть! 15 секунд! Красавчик! Самое главное простоять больше 2 секунд, если честно сказать. Ну все, можно заканчивать. У нас уже есть третье место. Есть, отлично. Все, у нас есть третье место, у нас есть третий участник. Он получает ПЦАшки от компании Airline. Красавчик, молодец. Ну и теперь у нас финал. Финал, ребят. Теперь сила ног будем проверять. На одной ноге присели. И встали. На раз вниз. Раз. Два. Окей. Ногой, если коснулись, там и все, вы прыгали. Пожалуйста, вон есть деконструкционные. Пожалуйста, образцы. Соответственно, чемпион у нас по многобою получает креатин, БЦА и шейкер. Второе место получает у нас БЦА и бутылку для воды от компании Airline. Ну что, готовы, ребят? Финалисты многобои от компании Airline и сети магазинов спортивного питания Sportline. Выбирайте ногу, ноги менять нельзя. Соответственно, когда вы вверх встали, также ногу ставить на пол нельзя. Ребята, поддержим, давайте похлопаем им. О, отлично. И поехали. Раз. Ага. Два. Раз. Два. Давай, давай, давай. Есть. Так, давай, будем... Так. 3 секунды даю. Раз. Два. Все. У нас есть победитель. Красавчик. Чемпион. Чемпион. Сейчас получишь призы за второе место. Это ПЦА и бутылка воды от компании Airline. Молодец. И у нас есть победитель. Так, победителя торжественно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Награждаем. Целая клада из призов. Красавчик, молодец. Сегодня ты победил в силовом договоре от компании Line и сети спортивного питания Sportline. Красавчик, молодец. Вот такие вот сибиряки с несибирской внешностью. Вот так.
Ну что, ребяточки, спасибо большое, что смотрели наши выпуски. Лайк за оперативность. Не забывайте ставить комментарии. Ну и вообще подписываться на канал. Следующий выпуск будет это Road to Olympia. Так что обязательно смотрите.